Когда вы будете на Сургутском мемориале славы, то увидите два бюста. В Ханты-Мансийске на Аллее славы тоже есть такие. Краеведческий музей проводил встречи, посвященные людям, в честь которых установлены памятники. Там же в музее есть два мультимедийных занятия, которые посвящены землякам. Однако о них знают далеко не все. В нашем Сургуте два героя Советского Союза. Практически уникальное событие. Особенности ему придает и тот факт, что оба защитника Отечества из семей спецпереселенцев, раскулаченных крестьян, которые были сосланы в Сибирь. В этом выпуске программы «Невидимый фронт» мы расскажем о наших героях – Тулебае Ажимове и Иване Королькове. Тулебай Хаджибраевич Ажимов. Воевал на Северо-Западном, Брянском, Белорусском и Первом Украинском фронтах. Участвовал в Сталинградской наступательной операции, освобождении Старой Руссы, Орла, Брянска, городов Центральной и Западной Белоруссии, Западной Украины и Польши. Отличился при освобождении Польши. Мальчик вместе со своей семьей был сослан в Сибирь в 30-е годы. Это времена, когда в СССР появляются совхозы, а вместе с ними и такое понятие, как кулак. Так называли крестьян, которые не хотели вступать в колхозы и бесплатно отдавать государству то, что было заработано и нажито тяжким собственным трудом. Также в 30-е Советскому Союзу были нужны люди, которые бы осваивали новые территории. Историки говорят, что эти два фактора привели к тому, что в Сибири стали появляться спецпоселки. Партия раскулаченных была выслана в Сургут из Астраханской области. В числе спецпереселенцев была семья Тулебая Ажимова. Ажимовы под Астраханью жили в селе Мумра. В теплом комфортном климате, по национальности казахи, оказались в северном, заснеженном Сургуте. Родители Тулебая быстро скончались. Государство не создавало никаких условий для спецпереселенцев. В документах, может, и было что-то прописано, но по факту ничего. Раскулаченных и сосланных в Сибирь селили по берегам Оби. Вместе с тем запрещали ловить рыбу. Бывало, питались даже толченым листом. Далеко не все люди в возрасте выдерживали не то, что резкую смену погоды для жизни, условия, в которых оказывались. Это сейчас, в ноябре, еще снег тает, а лед на Оби прошел в апреле. В 40-е прошлого столетия Сургут отличался жарким летом, рано наступающей морозной зимой, уже в октябре. Когда ты приезжаешь, необходимо обустроиться. То есть это землянка. Что такое землянка? То есть это роется яма, по сути, в почве, и вот там нужно пожить. Как ее отапливать и так далее. То есть проблем-то было очень много. И вот он очень рано остался сиротой. И, наверное, вот с детства это и сыграло ключевую роль в его дальнейшей жизни. Он мог рассчитывать только на себя. Он мог рассчитывать только на себя. Это сформировало его устойчивый характер и, наверное, умение достигать поставленных целей. А здесь, в Сургуте, его приютила сургутянка. Она проживала в поселке Черный мыс. Ну, сам поселок Черный мыс был поселком поселенцев. Вот. Он работал на конюшне, работал в колхозе. Даже ведомости в городском архиве нашего хранятся зарплатные, где ему выдавали зарплату. Во время пожара он сумел спасти лошадиное стадо, лошадиный табун. Вот. То есть он старался как-то выжить. Перед тем, как началась Великая Отечественная война, у Тулебая Ажимова появилась семья. Он познакомился и женился тоже на спецпереселенке. Родители Зинаиды Анучиной, правда, не очень приветствовали брак. Тулебай был сиротой, у которого ничего не было, а семья девушки к тому моменту немного обжилась. Тем не менее, любви запреты оказались неподвластны. Молодые расписались, вскоре у них родился ребенок – мальчик Валентин. В 1941 году, когда началась война, Тулебай, конечно, хотел уйти на фронт вместе со всеми. Но государство тогда запрещало принимать в армию спецпереселенцев. Только в 1942 году из-за того, что Советский Союз понес большие потери на полях сражений и Красной Армии необходимы были свежие силы, такой категории граждан разрешили призываться. И вот в 1942 году он уходит на фронт. Показывает себя с очень хорошей стороны, то есть как очень храбрый боец, как человек, который умеет брать на себя ответственность, потому что, ну, это да, вот мы уже говорили в начале разговора, что только рассчитывать на себя. И Тулебай Ажимов, он защищал родину, он защищал свою землю, свою семью, и именно поэтому, наверное, он и совершил этот подвиг. Значит, подвиг он совершил при форсировании реки Висла.
То есть он закрепился на плацдарме, выбил немцев и позволил нашим частям продвигаться вперед. Справка. Форсирование реки Висла. Пулавский плацдарм. Плацдарм советских войск на левом берегу реки Висла в районе Пулавы во время Великой Отечественной войны. Захвачен войсками 69-й армии 1-го Белорусского фронта под командованием генерал-лейтенанта Колпакчи при завершении Люблинско-Брестской операции 1944 года. С 29 июля по 1 августа войска 69-й армии форсировали Вислу в 6 пунктах на фронте около 25 километров и захватили 3 тактических плацдарма. Пулавский плацдарм имел большое значение для Варшавско-Познанской операции. Она состоялась зимой 1945 года. Первый Белорусский фронт силами 33-й и 69-й армии с войсками 9-го и 11-го танкового и 7-го гвардейского кавалерийского корпуса нанес удар по немецко-фашистским войскам. 17 января была освобождена Варшава. Тулебай Ажимов в составе группы разведчиков из 10 человек получил задание форсировать реку Висла и создать плацдарм на ее западном берегу. Водную преграду удалось преодолеть только двум бойцам из 10. Однако Тулебай с товарищем закрепились на плацдарме и удерживали его до подхода подкрепления. Из наградного листа. 24 июля 1944 года. В боях за освобождение города Красностав, Польша, под сильным ураганным артиллерийско-минометным и оружейно-пулеметным огнем противника рвался вперед, преследовать его. Сходу форсировав реку Вепш, в упор расстреливая немцев, ворвавшись в город, впереди всех товарищ Ажимов освобождал дом за домом, уничтожив из личного оружия 15 гитлеровцев. Заметил замертво упавшего товарища. Он сразу понял, что действует вражеский снайпер. Глазомером определив дом, откуда велся прицельный огонь, товарищ Ажимов, скрытно подкравшись к дому, стремительно в него ворвался и в упор расстрелял снайпера, обеспечив продвижение батальона вперед. В ночь на 31 июля 1944 года под сильным прицельным огнем противника товарищ Ажимов начал форсировать реку Висла. Добравшись до середины, ружейно-пулеметный огонь усилился. У товарища Ажимова пробило лодку, которая стала быстро тонуть. Ажимов вплавь добрался до левого берега и сейчас же вступил в бой по расширению плацдарма. Ажимов продолжал двигаться вперед, ведя огонь, но неожиданно вражеская пуля ранила его. Пересилив боль, кое-как перевязав рану, с еще большей яростью мстителя-освободителя ринулся в бой. Тулебай Ажимов был тяжело ранен, но поле сражения не покинул. До форсирования Вислы он уже был награжден Орденом Славы. Это тоже была высокая награда Великой Отечественной. Но именно подвиг при освобождении Польши дал государству понять и помог принять решение, что Тулебай Ажимов достоин высокого звания Героя Советского Союза. В 1944 году судьба ему улыбается, можно даже так сказать. То есть какая-то благосклонность. Вот. И он, естественно, возможно, думал, какие у него планы новые, и семья получит у него новый статус, потому что он приобретает новый статус и так далее. Но здесь же происходит очень такая трагическая, нелепая случайность, меняющая опять его жизнь. Он получает ложное известие из дома, что во время болезни, значит, умерла его жена и сын. Вот. А они получают похоронку на Тулебай Ажимова, потому что он тоже был внесен в списки погибших. Даже вот мы, когда вели работу исследовательскую по его, восстанавливая его жизненный путь, в интернете, то есть благодаря тому, что в доступе есть сайты «Подвиг народа» и «Память народа», там определенные документы выкладываются, мы увидели список погибших героев Советского Союза. Тулебай Ажимов – первая фамилия. Это был список Министерства обороны СССР. К тому времени, конечно, земляки знали, что Тулебай Ажимов получил высокую награду. На улице, где стоял его дом, провели электричество. Его с нетерпением ждали в Сургуте. Но полагая, что супруги нет, умер и сын, Тулебай подумал, что здесь, на севере, его ничего не ждет. Он не вернулся в Ханты-Мансийский национальный округ. Герой Советского Союза начал свою жизнь с чистого листа. Женился вновь. Родилась дочь, которую он, в честь первой супруги или нет, это просто совпадение, назвал Зинаидой. После войны его встречали наши сургутяне там на каких-то конференциях и так далее. И Зинаиде говорили, что супруг-то твой жив. Ну, на что
Она писала запросы в Министерство обороны, где что, но ей приходил ответ однозначно, что он погиб. И вот наш замечательный земляк Флегонт Яковлевич по Казани сумел найти героя Советского Союза Тулебая Ажимова, пригласил его на день рождения города Сургута, он с удовольствием приехал. И вот состоялась встреча между супругами. То есть это очень трагично. То есть он приезжает и узнает, что, оказывается, Зинаида жива, а она тоже видит, что супруг ее жив. Но ничего уже изменить нельзя совершенно. То есть у него другая жизнь, другая семья. Она так и не вышла замуж после его смерти. И вот такая трагическая нелепость, она изменила жизнь обоих людей. То есть могла бы там жизнь сложиться по-другому, но опять же, вот еще раз повторяю, что жизнь уже было изменить нельзя. Конечно, состоялся разговор, и у них у обоих какие чувства они испытали, мы можем только предполагать. Но вот в этом и заключается война, что это, чем она страшна. Она меняла судьбы людей, а причем очень часто абсолютно неотвратимо, потому что все равно война – это жизнь, просто это другие условия. И вот, конечно, в жизни Тулебая Ажимова самым главным событием его жизни в любом случае назвал бы войну. Вот. Ну а мы на его примере, на жизни, по его жизни можем судить, что насколько она может быть трагичной. Сын Тулебая Валентин действительно умер. Мальчик не смог справиться с тяжелой инфекцией. Зинаида тоже заболела, но выздоровела. Кто точно прислал Тулебаю Ажимову сообщение о смерти его семьи, неизвестно. Видимо, этот человек просто поторопился, полагая, что Зинаида не сможет перенести болезнь. Получение похоронки на самого Тулебая в Сургуте тоже можно объяснить. Подобные извещения во времена Великой Отечественной на живых людей приходили достаточно часто. Потери Красной Армии на фронтах были очень большими. Все старались оформлять документально. Иногда такие трагические ошибки происходили. Потому многие после того, как война закончилась, продолжали ждать отцов, братьев, мужей, сыновей. Жизнь его закончилась хорошо, в кругу семьи, в почете, в уважении. Он жил в Казахстане. То есть там он сумел себя реализовать как человек, как специалист. То есть он полностью состоялся. Семья у него была очень хорошая и есть, то есть родные и близкие до сих пор его помнят и чтят, и гордятся, и весь казахский народ гордится своим сыном, героем Советского Союза, потому что тогда был советский солдат, уже не делили друг друга по национальному признаку. Ну, а, конечно, судьба Зинаиды была более трагичной. То есть он как мужчина, конечно, еще с таким высоким статусом. А она вот продолжала ждать, и замуж она так и не вышла. Детей у нее не было. Конечно, ее судьба в этом отношении была более трагичной. Вот в этом тоже виновата война. Потому что как бы они жили, все было бы прекрасно, возможно. А возможно и нет, но тем не менее. То есть тут мы уже можем только строить какие-то версии. Иван Васильевич Корольков. В декабре 1942 года был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию и направлен на курсы младших лейтенантов в Новосибирске. Летом 43-го года, не успев окончить курсы, был направлен на фронт в районе Курской дуги. Участвовал в освобождении Орла, Орши, Глухова, Чернигова. В сентябре 1943 года гвардии ефрейтор Иван Корольков был наводчиком станкового пулемета 221-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за Днепр. Иван Корольков – уроженец деревни Тундрина. Его родители были тоже, как и у Тулебая Ажимова, раскулачены. Отец занимался перевозками, в хозяйстве были лошади. Однако по ложному доносу имущество Корольковых конфисковали. Главу семьи расстреляли в честь 20-летия Октябрьской революции. Корольковых выслали в Салехард. Там Иван закончил школу. Сначала одну, а потом другую, потому что из первой школы его выгнали.
Он был человеком очень талантливым ребенком. Он писал стихи, он участвовал в самодеятельности, в спектаклях, в духовом оркестре. И вот он написал такое шуточное стихотворение про педагога, что не понравилось. И его, как человека с запятнанной уже, можно сказать, биографией, из школы исключили. Ну, хорошо, что в другой школе его приняли, он ее успешно закончил. Он поступил в институт. Иван Васильевич тоже был очень целеустремленный человек. Он мечтал, это он подчеркивал даже вот в своих воспоминаниях, что всегда нужно мечтать и идти к своей цели. Иван Корольков поступил в Уральский государственный университет на исторический факультет. Это была его мечта. К началу войны он закончил 2 курса. Это был специалист, человек достаточно высокого образования, учитывая, что 3 класса и 7 классов были на тот момент базой. Ивана тоже не взяли на фронт в 41-м году. Он учительствовал, рыл окопы в тылу, впрочем, не менее ответственно. Его призвали в 42-м. В Новосибирске занимался в военном училище. Был политруком. Звание Героя Советского Союза Иван Корольков получил при форсировании реки Днепр. Справка. Битва за Днепр. Ряд взаимосвязанных стратегических операций Великой Отечественной войны, проведенных СССР во второй половине 1943 года на берегах реки. С обеих сторон в битве приняли участие до 4 миллионов человек. Ее фронт растянулся на 750 километров. В результате 4-месячной операции Левобережная Украина была почти полностью освобождена Красной Армией от нацистских захватчиков. В ходе операции значительные силы Красной Армии форсировали реку, создали несколько стратегических плацдармов на правом берегу реки, а также освободили город Киев. Битва за Днепр стала одним из крупнейших сражений в мировой истории. Вместе с группой бойцов Корольков одним из первых в своем подразделении переправился на западный берег реки. Подразделение, где он служил, имело приказ принять на себя удар противника и отвлекать его, пока остальные не переправятся через Днепр. В бою Корольков получил ранение, но поле боя не покинул и, ведя пулеметный огонь, уничтожил около 100 вражеских солдат и офицеров. После окончания боя он был отправлен в госпиталь. В результате тяжелого ранения у Королькова практически перестала двигаться правая рука, поэтому он был комиссован из армии в апреле 1944 года. Иван Корольков вернулся к маме, чтобы ей помогать. Его старший брат тоже был на войне. В 45-м году, когда была образована Тюменская область, Ивана пригласили на работу в органы прокуратуры. Отказаться он не мог. Тогда, в общем-то, это не обсуждалось. И вот так началась его карьера юриста. Потому что историк-юрист – это тогда были очень похожие профессии. Вот. И получив, повысив свои познания и так далее, он начинает карьеру юриста. И, значит, из Тюменской области его забирают. Последнее его место работает Республика Дагестан. Но там у него открылись фронтовые раны, климат ему не очень подходил, и он попросил оставить его в Пятигорске. И вот вышедший на пенсию со званием именно Героя Советского Союза, у него была персональная пенсия, он оставляет юридическую деятельность, где он добился очень больших успехов. И надо сказать, что Иван Васильевич Корольков относился к той когорте людей, которые, если берутся за дело, они делают его не просто хорошо, они его делают на отлично. И вернулся к своей мечте. Он поступил опять в педагогический институт и закончил исторический факультет. Иван Корольков защитил кандидатскую. Вспоминают, что преподавал он очень талантливо и интересно. Иван Васильевич написал учебник по истории России для детей, проживающих в ГДР, на немецком языке. Королькова отправили в Читу, чтобы он там поставил высшее образование на нужный уровень. Оттуда он ездил в командировку в Китай, делился передовым опытом. Вот Иван Васильевич Корольков везде, на передовых должностях, везде ответственный, везде он умеет организовать жизненное пространство и для себя, и для коллег. Его не пугают трудности никогда. То есть он уверенно идет по жизни. Конечно, что-то ему приходилось переживать, безусловно, потому что статус врага народа в любом случае где-то всплывал, где-то о нем ему напоминали, ну, в кавычках, такие доброжелатели. Но Иван Васильевич все равно никогда не отступал от своих принципов. И вот он был переведен из Читы в Смоленск, где и умер.
Несколько раз за время жизни он приезжал в Салехард. В школу он всегда тепло очень отзывался о нашем крае, потому что считал, что именно он сыграл решающую роль в становлении его характера, потому что все-таки это все формируется в детстве. Очень любил своих земляков. Он был очень простым в общении, что немаловажно, потому что люди, которые добиваются успеха в карьере, в жизни, ну, иногда вот испытания медными трубами удается проходить не всем. В этом отношении повезло. Иван Васильевич не высокомерничал. То есть он очень был простым и доступным человеком. Он считал, что чем умнее человек, тем он проще. И вот этого кредо он придерживался всегда. Спецпереселенцев, героев Советского Союза, на весь СССР всего пятеро. Двое из них – это наши земляки, сургутяне. Не будем забывать, что СССР – это не только нынешняя территория России, это 15 союзных республик. Герой Советского Союза – высшее звание. За Великую Отечественную его были удостоены 11 657 человек. Больше 3000 из них посмертно. Получить золотую звезду было непросто. Потому что подвиг совершали каждую минуту, секунду и так далее. А таким людям это было вдвойне тяжелее. Потому что всегда, ну, были те, кто был недоволен, что как это так? Есть вот люди с кристально чистой там совестью и всем остальным. А тут вот какие-то спецпереселенцы и так далее. Удивительно для нас, живущих в 21 веке, но Тулебай Ажимов и Иван Корольков были незнакомы и не общались друг с другом. Не было ведь таких информационных ресурсов, общались в основном при помощи писем. Впрочем, тогда и ценность момента ощущалась не так, как сегодня. Живых фронтовиков было много. По этой же причине многие моменты не зафиксировали документально.